Не, просто Хм. надо понимать, когда это 5 вообще полутаешь, чтобы прикинуть. Ну, чтобы понимать, там, наверное, надо полгода подождать. Ну да, думаю, через полгодика можно будет купить. А то я Ой, что-то на аукционе посидел, это... я денег заработал, блядь, а воронок, ой, блядь, этих Мне не заработал. интересно про триньку с соляры. Она вообще у кого-то есть у нас? И какая? Вот этот кристалл или... Есть хостовая у кого-то. Хостовая, это которая как сердце, да, выглядит? Да. Она у кого есть? Вот я не помню, кому ты отдавал, но помню, что она одна падала. Там анхолика Короче, уже поменяли. сидел ты, Пять нахуй. поигрался, И что с ними как только сделали? можно. Ну, короче, таланты Т5 поменяли местами. Теперь 2 Т5, А, 2 это я видел. Т4, Т5. Ну А, да, 2 должно быть Т5. получше. Местами просто поменяли. Я не знаю, что там у них теперь. Ну, три этих есть, Юля, цепляй. Что-то я не вижу, блядь. А. Блядь. А, что-то не могу найти. А я, может, По палом там был? звездочке играем. Я, наверное, палом там был. Бабам нахуй. Сюда. Я просто что думаю, она же усиливается, когда есть и такая тренька. Вот которая на крит можно, Надо. наверное, сове взять. И если есть вторая, типа они прям заебись будут работать. Ну или должны, хуй знает. Жалко, что их вместе нельзя одевать. Вот это тупое ограничение, конечно. Че, вы Джейна убили? Да. Ну там этот на посох я забрал кристалл. Ду теперь посох я. Три фетиша еще выпало. Каждому раздали там. Бля, почти поверил. Вот реально, не можешь сказать, нахуй, нет, что-нибудь соврет. Три фетиша, блядь. Надо было, блядь, фетиши цветения, вот так надо было. Не, вот если бы он так сказал, я бы поверил, вот три фетиша это маловероятно. Да, все может Если быть. пиздишь, так пизди про да подобное, ебаный в рот. А чё, Правдоподобно. чего не хватило? Мне кажется, надо захилиться. Надо Питона тратить просто законтролить. больше. Ах ты, сука, ах ты, тварь. Убила меня, нахуй. Хз, как вы так пулите? Я не спекнулся, нихуя еще, блядь, не сделал. Йова. Ну, я вышел, там резнул ману, спекнулся. Я подхиливаю. Нормально. Вот хэлла Ой, даю ой, вихрь. чтоб кого-то. Дал вихрь. Не убьешь теперь. Подхиливаю, стою. Да, командная игра, бля. Наверное, надо череп первым убить. Наверное, на воронка фармах вы научились убивать быстро трэш, но что-то пока незаметно. Что-то не заметно. Фарме он не убивается. На воронка фарме, блядь, все грамотно работают, а не то, что, блядь, кто-то лезет вперед танка, пулит, блядь, не то, что понятно, блядь. Там уж ГП начинать горить за такую хуйню, так-то мы здесь не первый раз. Кто там лез вперед танка, давай. Есть ники? Тебя. Не будете сообщать ники, буду сам стоять смотреть, блядь. И накидывайте в два раза больше. Я в танка спекнулся, потому а что, блядь, там сразу пока получил. велось. А, это ты был, я понял, нахуй. Нихуя, Это я спекнулся, по-любому. когда меня убили. Да. Вот, я даже в танк спекнулся, чтобы защищать вас. Угу. От чего, блядь? От вайпов. Это самого себя? Ну, чтобы не умереть, на самом деле. Да, чтоб, блядь, трэш убивался полчаса, нахуй. Ой, да у меня там урона. Ой, это что такое? Катри 7 ФК ушел, отнять 500 нахуй. Нихуя, ботиночки. Так. Короче, за приход не даешь, да? Кто-то ФК. Ну так а хули, ну типа, блядь. Бог заебись. Дал, Бог взял. Все, да, ебать. Да, да. Поздравляю тебя. Бля. Бать, чё на вас? Пиздец. Поздравляю тебя с новой должностью. С какой?
Бог дал, говорит, бог взял. Ничего, факта. Не, ну а хули, заебись, плюс оно не потечение. Афкашит. Сидеть, афкашить, блядь, и ждать, пока тебя суманут. Охуенно, блядь. Вот видите, и Велаша умерла, а если бы я не был в танке, сейчас бы все попадали. В Дисе никто ничего не писал, нахуй. Все равно бы добили. Потому что я танчу. Ты хуёво танчишь. В смысле? Только Велаша умерла, её я не никого. Ну вот видишь, нахуй, не спас её, блядь, она там. Ну не прохил, не прохил. Группа не сформирована, пишет. Опа. Воронка. Показывайте. Да, плохо, что мы не пофармили сегодня. Да, в натуре. Воронок. А я в какой пати? А вот. Все забрал. Че, у нас танка хватает? Надо заходить, может, запало или нет? Да ща поглядим, пока ты. Ну, на видно было. Алара точно понадобится. Ну, на Келя ему надо будет этого хэпала, потому что нужно это друидов побольше. Вот как раз три друида нормально. Какого хэпала, блядь? Не три, а шесть. Не на Келя сейчас. Не, до Келя можно поменьше друидов. Вот. Но на Келе надо, там, чтобы нормально убить. Быстро разъебать своих, резнуть. Подлагивай. Ну как кто-нибудь, скажите, что сделали? Зависли, да? Я какой-то да, патч поставил, зависли. Короче. Не знаю, что он в итоге даст. Посмотрим. Типа, чтобы не тормозило? Какие-то там эффекты убирает, короче. Что, мне в танке быть? Я, короче, себе этот хила сделал Т4. Ну, только Т4-1. Угу. Так что, если чё, шамана я могу нормально уже подхиливать. Ну, сало дали. Радуйся. Радуйтесь, я принес вам пиццу. Шаманы не то что нормально подхиливать не мог, они прям топчики. Да? Вообще охуенные ребята. Типа, если бы не было шаманов, нахуй. Не было бы рейдов. Какие-то плюс ЕП, какие-то минус ЕП, блядь. Да это ошибка. Факашать нехуй. Нехуй факашать. Тебя сумонили, блядь. Как, ну, блядь, извините, родители важнее, да? Нахуй, чем ваши рейды ебаные. Так что... Маме привет. Так вот, нахуй. Как ты сказал? Не понял, нахуй. Маме привет, это сильно, слишком. Мут, нахуй. Да ладно, он меня поймёт. Долбоёбана. Он же парень. Я не думаю, что поймёт. Вот эту хуйню кубик нажимаем. Я думаю, чё у нас этот самый... Ну, завтра так можно сделать, в принципе. Чё там, важные рейды так-то. И пронести, допустим, один, что, 2 часа, ну и второй 30 минут, нахуй. Типа потом 1.5 часа есть как раз шанс БС пойти. Чтоб вторник вообще нихуя не делать. Реально. Так что это очень важно. Какая РСК осталась? РСК убита. РСК убита? Да, у меня там апокалы уже в сумочке лежат. В смысле РСК убита? Вчера ты, убили. Ты, блядь, YouTube не смотришь, что ли? Не смотрит. Надо было оставаться до концерта. Ну, я не мог. Надо еще правило ввести минус 10% ЕП дополнительно тем, кто нахуй на YouTube не смотрит, нахуй.
Нихуя. И еще 10. А кто смотрит плюс? А кто смотрит плюс? Вы вчера типа забили хуй и пошли в РС? Мы вчера Джайну первую фазу прошли. Мы Джайну прошли первую фазу и пошли РС убили. Ну я типа сказал, что упало, апокалы. Апокалы. Кольцо нахила. Кольцо, брасы, апокалы. И брасы, и кожаные. Я понял, я понял. СПДшные. А, СПДшные. Да, кастерские. Кастерские. Чё, кто покал из спиздев? Ну, как ты думаешь? Ну, один челик, который хэпал сегодня будет на келе. Ну, конечно, я был. Не, ему почта покала ебанули. Почта ебанули. Ну, наконец-то можно приор сливать. Был дискон, короче, и пришлось ему покалы у ГМ выпрашивать. К счастью, я все заснял на видео, ну, ГМ поверил, сказал, ну ладно, блядь, на туре апокалы упали, так что не буду генерить вам случайные три чешки на танка, нахуй. Так что, блядь, нам крупно повезло, мне что я видос снимал, нахуй. Повезло, повезло. Ну, на туре, нахуя генерить случайно, если мы видели лут своими глазами, блядь. На туре. ГМ ничто не смог противопоставить этому факту. Он такой, ну, блядь. Да, в натуре думал, как лохов нас развести и сгенерить чешки. А на самом деле у него этих чешек целая сумка лежит, нахуй. Он их просто, блядь, говорит, ебать, говорит, чешки сгенерились, нахуй, хуяк выдает. Вот петушара, блядь, чтоб донатили больше. Что, сначала на робота? Ну, там альфа-сотка, что, типа, чтобы больше донатили. Да можно, в принципе, блядь, что-то редь, не фултри тела не хватает. Ой, блядь. Когда лучше слепца идти, знаете? Какого слепца? Ой, слепца, на бабу, блядь. Соляру. Ча, мы трэш пока ебашь. Ага, она застряла, блядь. Тупая птица. Нихуя себе. Она застряла. В этой, в стиральной машинке, нахуй, да? Стыд, сыва, альстак. Как так? Как-то где-то какое-то похожее начало знакомое. Сука. Любимый Славин блокбастер, блядь. Он весь воронка фарм его смотрел, походу. А там еще эти фразочки. Ой, помоги мне, я застряла, да? Да. Step bro, help me, I'm stuck. А у нас что, этот, Вилаша теперь в анхоле? Теперь вообще у нас никакого бафа в рейде не будет? Да, а, у нас Invisible. 10 АП это для лохов, ебать. У нас Invisible во фросте, говорю, повезло. Хуя себе. Да пошлите уже там этого дракона ёбнем, сейчас мы его спускать будем, поднимать, блин. Там может ебануть какая-то ВЕшка, нахуй. Там есть... И Ларнас ёбнет потом. Ты имеешь в виду завести к этому, к роботу? Да не, стойте тут, давай уж подождем. Есть, короче, спек Энха, только без шмота. Могу спекнуться. Чё, 30к в манекен хочешь хуярить? Да не, у нас этот, у нас Витя в ММе. Чё вы дамаг ловите? С чем вы туда пошли вообще? Так чтоб дамаг наносить, блять. Я понял, нахуй. Рога чуть не сдох. Рога от бога. Нихуя себе, риф. Ай, спасибо. Не, подожди, ты мутик? Да. Я забираю свои слова обратно. Мутик что-то мутит. Нет, отдай. Ой-ой-ой-ой. Бардаун-то сегодня не будет, он говорил. А этот еврей. Хуй его знает. Должен, но придет, не придет. Да, я напишу. У тебя скрины есть, кто на воронка фарм ходил? Угу. Ну, на тот, что гильдии. Ну, там только с гильдии люди были или еще кто-то? Да. С гильдии. Мы же гильдию воронки фармили. Ну как мы возьмем не из гильдии? Блять, такие, ну, все воронки unroll получается. Пофармишь для нас, да? Ну да, пофармишь чисто. Заходи пофармить, ну чисто по кайфу. У нас тут уютная, дружелюбная компания. Чисто зеленку распылить. Чисто зеленый шмот попылить.
Ну да, там знаки, еще паролечки нибудь. Боешки. Знаки букаки, блядь. На-на. О, ваншотик, здорово. Опа. Сейчас синтека еще ваншотит. Так а что там, энхов сломали вообще, да, в салат? Их уже вроде пофиксили. Мне кажется, их починили, наоборот, они должны 30 тысяч. Ну вот вечером вчера был вообще. Реально, блядь. Да, вот да, я прям верю, что вчера. Ну, потому что смотри, это класс, класс он вообще нихуя не дает. Все бафы его дают другие классы. ДК один не, просто подожди. Дает. Он, во-первых, милик, блядь, понимаешь, он бесполезный. Вот, и ему нужно дать много дамага, чтобы он как-то мог компенсировать отсутствие РДД нормального пацана, Элема в рейде. И чтобы он мог, блядь, заходить, чтобы он прям, он должен в сером шмоте давать 30к. Вот это я прям уверен. Я понял себе, Вайт. Слова. Ну, блядь, он же так же думает, походу. Прикол только в том, что с вот этими Т5-ми у нас, блядь, бафы потихоньку в итоге пропадают в рейде. Да и похуй, зато дамаг какой-то. ДК 10% АП не дает. Да и похуй, зато смотри, какой дамаг у остальных, по 40 тысяч. Сейчас еще и Ван Холли, теперь вообще, и Коктена тоже не дает. Так и похуй, поебать, давай я на ДК зайду, хочешь? А Энх, ебать, у Энха тотем дает, если еще статов больше, чем Горн. Так что у него свой уникальный, охуительный баф для мили. Да я на ДК зайду на робота, нахуй, не сына. Мили Хас дает. 10% АП. Юля, у тебя есть? Вера есть. Этот, как он называется, пистон. Сам ты пистон, блядь. Хороший ты вопрос, блядь, задаешь, Вейт, правильно. Пистон, говорит, у тебя, говорит, есть пистон. Сейчас Юля тебе пистон ставит. Ну так это три, я так называю. Скверноботом себе сделай, блядь. Да, 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 ебать, расскажешь. Это, один. Передайте МВП Ханту, чтобы он включил свою ауру на 10% апа. А что, у него есть такая? Ну, если он сейчас, во-первых, на маме, а да, передайте да. ему, потому что я замутан, блин. Да, что, его, классно, ты что, да. его ругал, что ли, за что-то? Так он тебя тоже замутал. Вы что, ругались? Так что это взаимно. А чё, вы ругались, что ли? Я его не мутал, мне это пофиг. А чё, Славе лишь бы вот это свой пистон засунуть. А чё, вы ругались, что ли? Не надо, понимаешь? Чё, я не понимаю. Чё, вы ругались, что ли? Какую нахуй ауру вырубить? Врубить, врубить наоборот. Ау, метка выстрела. Да-да, вот эту вот. 10%. О, нихуя. Урги, ну как дела у тебя? Пока, Костя. Аура нормального пацана. Устраивает тебя такая? Да вообще нормально аура, блядь. Ебать, всё, ну сколько дашь, короче, на роботе, блядь? 30к дашь? 30... Да, бля, да... Ну 10, ну сколько, там, 10, ну 11. Да? Ну всё, 11, 30к 10. Не даёшь, ГП 500, нахуй. Такой я на замену. Такой 30к дал, нихуя. Молодчага. Да будешь редер, блядь. Он нормальный пацан, он уже армеец, нахуй, можно. Нихуя себе, бля. Мачага это 245-й бич, нахуй, в Т4 в первом сете, нахуй. Патрисия 5 АФК, что-то охуенно. Он что-то писал 3 минуты. Он написал 3 он минуты. Он написал. Да, я тоже расслабляюсь, когда 10% АП есть в рейде, блядь, натуре. Ты прикинь, и когти Стража есть. Легче становится. Ну чё... Че вы стоите, смотрите? Череп первым бьем, блядь. Только большой робот к стене и отлетать к стене нужно. Он откидывает. А можно, блядь, забрать с меня, я хуй знает, или что там? Можно? Че, можно стантом обудать? Ваншот, синтек. Я понял, нахуй. Бах, еще ваншот. Че, вары там расчехлять свой танк так шмот, там блядь. Не это прикол. Не тот, это не тот моб. Это не это тот? Это не тот моб, нет. А, нет, я думал, это сначала. Тот, который. Стан он мил. Просто хлопает всех ходит. Да я кикнул, кас, фокусе. Встаньте от робота к стене, чтобы вас не откинуло в другой трэш. Иначе это будет очень долго. Бежать будем полчаса. Да ладно тебе. Так, Вяркина, наверное, надо хапала молодого взять, да? На нахуй. Давай возьмем. В боссовом шмоте. Ребята, я танкую.
Я не знаю, как долго это пробудится. Стелси, бидон, друид, инвалид. А что, нельзя поспамить по виланше отхил хорошенько, чтобы она не падала каждую 10 секунд? Что за хуйня? Вот он снизил агро, надо его стаунтить. Вот, да, натуре. Моб. Натуре? Мы же не первый раз этого моба видим. Вообще-то первый раз. Смотаю, все больше и больше хочу ливнуть. Я тоже хочу ливнуть, но не сегодня. Надо еще ВХ собрать, Т5 на всех персов, Валанира еще штучки 3 нахуй. Так. Оставьте, пожалуйста, лет через 30 ливну, говорит. Лет через 50 нахуй. Иди таблетки упи. Так, квадратки, этот квадратик. 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 Квадратки, квадратик. 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 Квадрокоптер. Квадрокадык. Квадрокадыров. Ебать. Вау! На всякий случай поддерживаю нахуй. Дон. На всякий случай. Дон. Хорош, нахуй. Дон, блядь, кто это сказал, нахуй? Бодишредер. Скорее всего, Викасифилит, потому что я ничего не слышал. Как болит, нахуй? Дон. Ебать, правдоподобно. А ты что, видосы его смотрел, что ли, где он сидит вот это? Это я, Дон. Каждое слово. Говорю, Дон. Не, ну прикольно. Дон, блядь, пиздец. Там такой обезьянистр, конечно, кошмар. Ебать, тебе он прям не нравится, да? Он? Слава, Дон, чё за рейд, Дон? Хуйня, Дон, блядь. Валанир, Дон. Сэм, Дон. Блядь, Ган. Дон, ты типа задонил нахуй или чё, блядь? Спасибо, ладно, я понял. У него это связующее. Этот Вяркина, ты вдиси, Вяркина. Связывает его. Твой триумф, нахуй. Ты сегодня, блядь, получаешь, блядь, призовые ЕПН, нахуй. Дон. Вау! Ты сегодня хапал? Ты сегодня, Дон, блядь, увидишь, что такое робот. Сегодня эту хуйню ролима на 50 голды. Ой, Виланя, ой, не повезло. О, господи, что не вы повезло. Спулили? Не фартануло. Пока что этот моб не убил Бидона и всех остальных, ну давайте убьем, наверное, вот череп поставил. Бидона уже убил. Бидон. Давай, Урги, Бидон, работай, Бидон. Свято. А как я их сагрю, по-твоему? Отойдите, он кастует каст, который АУЕ наносит очень много. Бам! Да. Дон. Блять, я просто в воздухе ебанул, меня видели? Сука, тварь. А чё происходит, блять? Да у нас фрик-шоу, блять. Фрик-шоу, блять. Дон. А чё это дед... Бейте диван, Дон. Дед решил... Какой диван? Бейте череп. Бейте второе, моба. Дед решил возглавить фрик-шоу или что? Череп бьём, ебать. Давай, этот моб пухнул, ничего не делает. Дед главный фрик, блядь, здесь. Давай, чародейский разряд. Вот, нормально. Кайте его, кайте. Оковы. Всё. Вары, короче. Забаните, нахуй, этого уёбка. Уёбка забаньте. А притон умер. Пошли, все бежим, короче. Все остальные сражайтесь, а все остальные, кто лежат, бежим. Витя, а у тебя случайно нет второго ханта, только с ником Хант МВП, а не МВП Хант? Авилания, бежим, Равист, бежим. Какая дура, нахуй. Ну, не знаю. Ты ноги мои я видел, заправлял дотку. Какие ноги? Что там, мозоли, блядь? Дворов, блядь, ноги ну короткие. Ну что, нахуй? Ноги короткие. Давай, блядь, чарку на... Чарку сначала... на тапки и вперёд. А чарка вот. Есть, не я помогает. Же говорил. Вы что, с гриба добьёте, ресните, не еби мозг. Я тут бежать, блядь, я короче, пока добегу нахуй, вы уже следующий пак запулите. Сука. Вот, блядь. Чё, Лёха, ты опять нашаманил утать будешь? Будете еще раз так лежать, нахуй, когда говорят бежать, по 25 влуплю вам ГП, нахуй. Чё, Лёх? Лежальщики, сука. Соло, говорю, моба убил. Самого он. Страшного. Ага, ебать, соло, нахуй, расскажешь, блядь. Чё, не видели? Я с вашим фрик-шоу заебался уже бегать, блядь. Так ты... Уже так... весь шмот сломанный. Наверное. Так а как ты помираешь? Ты ретрик, тебе надо вообще в танк спекнуться. Вместо Мурлокоса, блять, который в танке не должен быть. Он в сове должен дамажить. А, не халявят. Потому что он издалека хоть может по съёбам дать. Джи составлю. А ты в мелизоне сразу срываешь и сразу тычку получаешь. Вот и весь рецепт. Дон. Успеха, блять, Дон. А у меня просто... Блять! Т4-2 на голове нет. Меня, Дон. Ваня, ты меня уронил. Ты честно напризывался, что ли? Силы Дон. Я тут мову исполняю. Этот самый, блядь. Ты меня уронил. Вяркина, ты вдись, алло. Тихо. Вяркина, ты тут? Прием, блядь, Дон.
Да тут я. Ты базарить не можешь, DC? Вот рыба. О, мы бас слева, забьем дон. Хуёво, давай это, лети в око, блядь. Так а чё происходит в око, дон? Будешь хилить сейчас в роботе, блядь, стоять. Дон. Сейчас топ хпсом будешь. Тыкаем на рыбу, тыкаем на шкаф, тыкаем на сумму. Нахуй, тут мобов бьют, блядь. И меня пиздят. Там один моб только. Ну иди, блядь, бей. Почему-то урги, блядь, танчит дон. Рвис почему-то лежит. Непонятно почему. Почему он лежит. Не пульте вот эту пачку опасную. Надо вот этот Витя, хорош, мы с тобой, блядь, сработали. Механика, короче, в бан. Кузнеца в первую очередь бьем, остальная параша постоим. После кузнеца второй механик. Подожди, никуда не иди, все едят. Кого едят? Я уже поел, блядь. Естся там 10 секунд, нахуй. Может мне на хпал зайти, дон? Нахуя? На третьего, нахуй? 3, 4, 3, 2, 1, пуляем, нахуй. Давай, дон. Кастанэ, давай. Дон. Череп бьем, дон. Где тут кнопка покинуть рейд, дон? Да, я тоже такую кнопку бы нашел. Я ее уже нашел. Нашел? Нашел, могу подсказать, брат, хочешь? Я так и знал, что воронка фармы плохо скажется, нахуй, на вашем поведении, блядь. Нихуя, это стоит, не воронка фарми, блядь, нихуя. Оно даже не. Его даже сегодня не было, бля, потому что людей не было. Не, я не про сегодня, я про то, что 3 дня в неделю воронка фарм. Слишком дохуя дом. Ой, дохуя дом. Ульдуаров слишком много, дон. Хэм тоже дон. Мне кажется, мы какие-то фрикадыренные стали, нахуй, что за хуйня. Ну, все фриканулись, вижу. Фрикадыренные. Фрикадыренные, да-да-да. Ты бы поаккуратнее был с такими словами, блядь. А то приедут дон, разъебут дон. И утопят дон. Дон, блядь. Дон это же река, ну тогда, да, так. Так тебя там утопят, нахуй, за такие слова, понимаешь? Утопят дон. Ну, в смысле, реку утопят. Нет, тебя там утопят. Ростов-на-Дону. А, так вот в чем дело. Это Дон. Он Ростов хочет. Ёпти. Ростов, Москва и Екатеринбург. Шире круг, братуха. Давай делай шире круг. Первым убиваем череп, Дон. Потом крест, Дон. А чё, стоп-слово работает это вот это вот там, или всё, отмена? Не, я могу. Стоп-слово это дон. Я могу отключить, в принципе, голос. Мы не кузнеца бьём, дон. Череп, в первую очередь, убиваем, дон. Отходим, когда будет 5-секундный каз, дон. Вот смотри, отходим от двух бобов на 30 метров, в натуре, блядь. Ты неправильно, тебе надо с акцентом. Как дела? Как дела? Тебе надо с акцентом говорить. Я не умею, нахуй. А, как дела, дон? Блять, а можно его в другую сторону вести? А, это войско, блядь, спасибо, нахуй. Разряд, дон, отходим, дон. Разряд, наряд, перезаряд. А чё, у нас ДКшник в ПВП спеке, что за хуйня? Он, наверное, катит мобов. Это Юля в Анхоле спеке. А, пон. Каст. И с огром проблемы. Да, но отойти от моба, наверное, это очень тяжело. Да, Вилани, друид отвалит бидоны Вяркина. Ну ты что, блядь, 5 секунд, блядь. А это, же... еще это же так он быстро карте происходит. Бегает, блядь. Можно его в одном месте держать, чтобы он не, блядь, но... не бегал нахуй. Вообще-то он шотает танков, поэтому бегает на цель, вот, на которую он хочет. Видишь, дон? Да, дон. Yes, дон. Я понял, дон. Прикол дон, реально, блядь. Я так понимаю, сегодняшнему РТ пиздарики, нахуй, да? Схуяли. Надеюсь, это была шутка, нахуй. А потому что Славе хуёво, блядь, судя по тому, что... Да, в натуре. А надо мутать начинать. Кому хуёво, тех надо мутать. Катрисия, работаем, блядь. Сука. Можно меня замутать, есть чё. Ладно, а есть инфа про Висту, он офнулся, бил пару минут, 20-29. Я здесь, у меня кайтанула игра, пока я отходил. Ну, то есть заходи. Ты начислил 500 ЕП паладину, который типа пришел через полчаса от РТ, а мне отнял, да? Это стартап. Стартап? Это вклад в будущее. Вклад на клад. В будущее лифт нахуй с рейдами? Иначе я против.
Ну, наверное, придется тебе ограничить агрессию в отношении Войда. Ну, нихуя. Это ты кому? Тебе придется начислить ИП и заткнуться, нахуй. Придется не начислять больше никогда тебе ИП, нахуй. Придется, ты охуел, блядь, тебя пиздит ногами, нахуй. Ну все, наверное, это уже мут можно выдавать, да? Наверное, можешь, блядь, ничего не делать, нахуй. Вот, теперь мут выдал. Первый на РТ пошел. Так, хаваем рыбу. О, надо правило. Вот, кстати, стоп-слово хорошее, дон. Или когда пишешь, что надо отойти в вью, надо писать дон, чтобы можно было это. Сопрот дон, дай дон. У кого-то был, у Холидринка, да, и у Дикора, по-моему. Ну, пиздец. Давайте, я уже кинул. А потом я им дам дон, блядь, 20 штук дон. И что, я, блядь, еще возьму, нахуй меня обосрал. У меня есть 3 сопрота, можешь кинуть обмен. Сумасшедший дед, блядь. Да я шучу, ебаный, заебал. Сиди, сука, одну кнопку надо, блядь, дон. Ебать. Да убери нахуй, заебал. Я бы паладинов без полипауэра кикнул с гильдии. Не надо, не кидайте мне нахуй эту хуйню. А есть такие люди? Да. Так, кто, ну, это? Вадикон, вот тебе еще там 16 штук вот эти закинул. Так, а куда нам их? У нас будут, кроме хилов, кто-то еще их пить? Ну, это пригодится, да. Ну, хилам сейчас дашь. Что, сумма вообще будет какой-то? А шкаф уже есть? Да. Ебать. Я испугался. Это не я. Это на мотку-то тянет. Натуре, блядь. Лучше Волонер Моча бы включил, блядь, и то бы, блядь. А это уже Ваня. Это уже Ваня должен включать там у него. Я тут думаю, короче, мне кажется, что у нас вот два ханта есть, да? Этот Яркина, слышишь что? Смотри, твоя задача будет кинуть частицу света на МВП ханта. Принял? Я с Авиланией только работаю. Сука. Да, хорошо. Ты должен захилить себя, что ты боишься тут? Хорошо, на Пасифею, понял? На Пасифею частицу кинешь. Твоя тактика, стоишь под боссом, хилишь людей в рейде, и частицу на Пасифее не проеби, блядь. Все, больше ничего не надо. Желтую джагу там Авилане сам пообновляет. Что, там пафаться будете, не? И еще, я думаю, мы спекнем 6-го хила, потому что я не уверен, блядь, в этом отхиле. Давай, это будет Мурлокос. Давай, ты в хила спекнешься. Так, рыбу я оставил, вот она стоит. Я понимаю, теперь у меня нету, ну, протобилда теперь этого. Yes, Мальдон. Там понерфлено на все на 20%. Ну, поставьте, пожалуйста, джекстал. Ну, не должно убить, я думаю, по частице. Ну, короче, я теперь просто в ДД спеке. Мне попу. Да, это... Ты сапрот-то хотя бы выпей, блядь. Ну, я выпью перед пулом. Ну, короче, а так все это то же самое. Че там, кто в танках? Ридринг, Юля и кто еще? Мне, что ли? Дон, у меня одежда сломана. Есть Джипс? У нас нету, да, нормального танка? Джипс стоит же. Где? Да вот он дует из-под совы. Получается, мне надо дон. Ладно, я понял. Слышишь, что? Юля, у тебя же пистон есть с этого босса? По-моему, один он раз падал. Это, два паладина, три паладина в рейде. Ну давайте, шо? Бафайте один каски, один кулаки, другой кресты. Чтобы вот этого флуда не было. Да-да-да, вот эта триня. У тебя есть она, да, на ДКшнике? Она на Джайну нужна. Потому что там огненный шар стакается, там, чтобы меньше било, блядь. Полу месяца и кресты. Это самое... Давайте как-то это самое с бафами паладиновскими нормально, что было. Потому что это... Хуй, блядь, на рейде нету, блядь, кулаков, чего бафает МП5 всем. Ну, бафайте кто-то каски, кто-то МП5, кто-то кулак. Три пала. Этот, слышишь, Костя, этот самый... У тебя есть пистон этот? Нет? Он же один падал. Я вот думаю... Каски, масло, пейте. Надо тебе его на пало делать, нет? Ну что, не внеси, что ли? Нету? Так надо тебе его или нет? Ты будешь Джайну танчить? Пока мне не нужно. Короче, ладно, на друида буду лутать, короче, если что. Так, сейчас я 5 сопрот выпью. Масло намажу. Сейчас, блин, секунду.
Блять, а нахуя? Мне же третьим танком надо быть. Сейчас. Сука. Вяркина по себе тоже бафни кулак. Так. МП5 там будет. У меня кулак. Ну поставит и все. А плечи шамановские, паловские Авелани, да, забирают? Посмотр. Так, не выпали. Меткость еще не выпали. Неинтересно, ваш, с вашим агро померится. Какое у меня, блядь, хоть будет. Это самое. 3 на пула. 4 на пула сдадите на войда. Чтобы это. Вы сильно там не врываетесь, дайте мне, чтобы я первый был, а то я потом хуй наберу, в ярости не будет. Сапрона на 5-7 или можно фласку выпить? Так, ладно, пускай сапрон. Будет. Шумане лучше сапрон выпить. Ну ладно. Так, на себя. Эту самую хуйню. Так, так. Проверка. Систы. Так, хулидринку оставить. Шалфир, если что, пати раскидывать надо будет. Еще оставил. Глебочка, не проеби, если так. Я тебя проебал когда-нибудь. Все готовы? Дай отчет. Что там, как с напулами? Ну, на меня давали. Вроде бы просил. На пулы 2 вавилашу. Сейчас я посмотрю. Скажешь потом мне в ПМ, кто пулю не на меня. И что ты с ними сделаешь? Я подумал. Пошли, что вам, ПКД где-то на пулю? Ну, я на третьем месте сейчас. Я сейчас уже на втором. Я один хуй сам агро заберу. Яркина нахуй, как дела, сука? Почему хилишь хуёво? Чё, свет небес так трудно нажимать или что, блядь? Висит нахуй, твой хан сдох, который висит, блядь. Хули ты жмёшь? Я в ахуе просто. Ты что, нон-стопом кастить не умеешь, нахуй? Я в ахуе просто, блядь. Посмотри. На пол вообще будете сдавать? У кого там время есть, посмотрите, как он хилит. Он вообще, блядь, нон-стоп кастует или что он вообще делает? Ну, хули, первый раз тут, наверное, не понял нихуя. Я же говорю, блядь, хиль нахуй. Тогу ханта проебали нахуй. Рогу проебали, блядь. 6 хилов нахуй. Там ложный можно было нажать. Будешь шредер, мы знаем, что такое ложный, брателло? Дом. Знаем. Ну, жмем на каждый выход, вот этот тяжкий удар. Хорошо, нет. Теперь буду знать. Я первый раз здесь просто. Все, запомни эту хуйню. Блять, с экранах. А что ты имеешь против сакры? Да я сдал свою тоже. Ай. О, деда, по КД нахуливай. Я нахуливаю, просто я один возможно, нет, там другие топы. Ну, по крайней мере, я вижу, что только ты в деда нахуливаешь. Урге, перехват в Кирсоре. Святос, перехват в Кирсоре. Повторный.
Керсори, перехват в Рависта. Работаем. Брателла, блин. Не вижу в КД перехвата Керсори. Молодец. ВП Хан, сбросить агро. Быстро, быстро, быстро. Там я уже. На робот? Это Мэтт Фокс? Это Мэтт Фокс. Его трудно узнавать, он так редко говорит. Убрается. Плюсую сейчас. Робота допьем. Да, сейчас робота убьем и дальше тот самый Алар и Соляра. Так, что у нас там получается? Луп говно. Почему? Луп говна. Только Лёх. Шапка прикольная. Да. Посмотри вниз, кадры или рекаунты. Скажи спасибо, что я твою маму знаю. Ну, блядь, когда-то я 29 умножил, теперь 20. Что это нахуй такое, блядь? Так, второй кусок, значит, ты дурит инвалиду закидываем. Теперь у тебя два куска. Так, это что у нас на ДК? Изи был второй, да, будет у тебя? По-моему, да. Третий вроде. Нет? А, Invisible. Invisible второй. Свет транспортер. Invisible второй. Так, заебись, апнули. На транс шляпу заберу. Армсов фапнули, к слову. Плечи. У тебя есть открыть инвизибл воронки? Так, плечи и друдинольные плечи. Пишет нет. Я тупо неделю не играл, надеюсь, когда маку резали. Пойду 3-5. Ага. Так, вот эта голова надо обоссанная кому-то? На трансмол. А, ты тоже в РМС бил, Керсори? Да. Ткань, скорость, меткость. А у тебя это... Какая раса? Замазать тебе надо? А ты чужие. На трансмог, дай, блядь, на распыл берет. Так распыл, трансмог одно и то же. Ну да, блядь. 4 тоже его бафы? Что, ну да. Как будто, я не знаю, у него, блядь, по 45 бьет. Новости ебаные. Первая годовщина сижу с ИП. Да идти нахуй с им ебаным X5. Так, нужны милики танки на этого, на Алара. Кто у нас есть? Ты? Ты? Ну все правильно. Типа, как хотите, нахуй, ну, и, ну, можете и так относиться, типа, как кто спекнется в танка на Лара, блядь, и нам нужно 4 танка. Я великий господин. Я бы на ДК зашел, но мне с Лара шмотки на Вару нужны, на Варе танка спека нет. Я могу. Спекайся. Ок. Тоже, в принципе, могу. Кто? Керсори. Давай, ты лучше спекайся, ты в совет. Понял, блядь. Понял. Так вот, рыба. Значит... Ну, у меня практики ноль. Объясните. Внизу бегаешь и это... И страхуешь, короче. Я буду мелких тончить. Так. Значит, со стороны вот здесь
где босс пулится, там холидринг с той стороны и Вилаша. Можно Мэтфокса взять вместо Вярки. Так, Вярка идет отдыхать. Слышишь, Вярка, ты для этого инста не подходишь, дайте ему портал. Видя ты все, вы маме уже. Так. А хил нам надо или нет? Я вот тут не помню, блядь. В 5 они вывозят или нет? Или надо будет хил? Вывозили в 5. В 5. Тем более... И кого тогда спекнуть, Мурлокоса или Мэтфокса? Так Мурлокос уже вроде в Савее. Мурлокоса вроде в это, в хила. А Мэтфокс пусть в Савее бьет. Давай Мурлокос в хила и Мэтфокс в сову. Все. Так, Вяркина. Вот тебе сотка. Иди чиль. Ничем себе не отказывай. На других боссов, я думаю, ты не пригодишься. Слишком маленький гир. Это я могу на хапала зайти, если надо. Ка не надо. И на келе тоже не надо будет. Сука. Сиди какай. Так, сумоним от Фокса. Где он там? Дайте шкаф. Питончик. Питон шкаф. Питон. Драка питон. Притом ушел жрать. Он написал это в рейд-чат. Типа, чистите трэш, а я тут иду поесть. Понятно. О, нет. Ну пойдемте. Значит, значит, без него будем это самое. Без питона бить. Мэтфокс, ты ренегат? Лех, пошли. Нет, лечу. Let's go. Мы сейчас засумоним, короче. Возьмите пока трэш там пульните какой-нибудь, я хуй знает. Да не, нахуй, пусть. Делать нехуй, блять. Там прям возьми, да и пульни. Что это такое? Где сумонь? Его нет. Трэш далеко. Че, Костя, придется тебе кулаки бафать, да? Пришел, Сумон? Спасибо. Все, ловись. Ты посчитай, сколько у тебя регов сейчас, и потом заскринь, сколько потом регов, и умножь на 5, потом и тогда голды столько отдадим. Каждый будет. О, жестко. А мне что, за крик тоже просить бабки? Да, один крик 100 голды, нахуй. А тебе на крик рег какой-то нужен? Я сейчас весь рейд буду, блядь. На меня не кричи. Каждую секунду, блядь. Просто без КД, блядь. А если замутать тебя, то бесплатно получается. Ну, то есть, ты не слышно. Крика не будет, крика не слышно, да. Будешь кричать, замутаю, ну. Сука. Ну все, пиздец, блядь. Все, Мэтфокс пришел. Рыба исчезла, да? Ну вот еще одна. Кулака нету. Жрите. Я вам так скажу, нахуй. Три вара, нахуй. Кулака нету. Сейчас, блядь, такой кулак вам будет, нахуй, что, блядь, мало не покажется, нахуй. А что делать? На АП мне? Крикнуть. Помните, на АП кричать постоянно? Три вара, крикните кулак, на АП. У него кулак больше АП нам в протике. Короче, ну, мне похуй. Будете вот эту хуйню спамить? Так он должен дать кулак. Слава, ты чё? Короче, мне похуй. Можно крикнуть. Так на можно, 5 минут тоже когда есть, можно крикнуть, когда нету кому кулак дать. Короче, ну, этот самый. Кнопку прожать, понимаю. Да, есть уже кулаки, что вы устроили? Кулак не 30 минут. Ну, можешь кулак бафнуть на 30, а тогда на друид инвалида, мурлокоса и на всех сов МП5 можно кидать по 10 минут. Можешь не кидать, на в принципе. На хер нам МП5 не надо. Да боже. Пусть за стол зайдут. Ну да, он все, пусть на туре нахуй все. Пойдут. Да, согласен. Короче, блядь. Будьте пиздеть, МВП Ханта скажу, чтобы он, блядь, ауру на 10% АП отключил, нахуй.
Да, потом мы будем сидеть, бля, а чё, боссы не умирают, ДПС они... Ну, тури, бля. Стелси. Как дела? Пуляйте по готовности. Хули милики моча. На ренже ничего не могут, ну. Реально. А, просто ничего не могут. Самое главное, смотрим внимательно, куда Феникс летит. И остался ли моб. Мамба бьем. Кирсори, смотри на следующего. На следующего, смотри на Алара под его пузо. Выпадет, вот. Угу. Все, пока он не шевелится, ждем. Сейчас он зашевелится через некоторое время. Я его заберу. Заебал, что так долго, нахуй. Моба переключились. Таунт КД. Кирсори, смотри, когда у меня таунт КД, там это самое. Подтаунчивай тоже. Этого петуха. Мелкого. Ага. Куда это кирсори там откинула? Я видел. Где он, ебать? Я понял, надо стену стоять. Смотреть. Угу. Это МВП Хант и Пасифея, уважаемые. Маленького, когда начинает двигаться, напуливаем на Войду. Чтобы это не сильно тяжко было. О, еще выпал моб. Я его заберу. Чем-то перелетает, да? Ну да, пока вверх не взлетает. Так, иду, иду. От места взрыва отойдите, кто там сова подальше. Откинет же. Откинет. Сова. Как круга сдох. Мелкий, мелкий, наверное, убил. Иди следующего смотри, кирсори. Катрисия, будешь резать на следующем круге этого рога. Если не будет. А где он, наверху, да? Да, наверху. Звездочки. Так, этот пока не активировался, этого добиваем. Вот. Когда я чарж у него сделаю, он задвигается там на пол, дадите. Мелкого. Заебал, долго очень стоит, пиздец. Давайте на пульте. Так, ну вывалился, этого бьем. Вот так. Нормально, я все вижу. Нормально, кирсури там полетел. Следующего бьем. Ведь я через зеленатки. Ты управлять можешь тем, куда ты будешь откидываться. Ты вдуплил это? Пока нет. Давай вдупляем, блядь, спиной к стене, нахуй.
чтобы ты не отлетал в ебеня. Можно быстрее сейчас переместиться. В эту сторону. С помощью угля. Ну да, тоже фишка хорошая. Реально, надо было сейчас уголь под рейд, короче, и весь рейд на ту сторону. Ну, неплохая тема, в принципе. И он вроде бы не смертельный урон такой наносит. Да, был бы у нас в рейде мордаун, сработало бы, блядь. А если подбитый убьет, меня убил. А, ну, наверное, там больше взрывается, хуй знает. Я как-то специально подбежал, чтобы перелететь. Мелкого за убейте. Как раз этот подойдет новый. Ебать. Чё там хп у босса вообще, блять, убирать? Угу. На стол. Наверное, еще выпадет, блять. Кишка, нахуй. Пять мульт. Блин, ты что там за свиноматка, блять, какая-то? А, блять, урги душит. Он, блядь, не успевает стоп слово сказать. Ну ты ребля. Так, добивайте. Милики, спрыгивайте. Да, там на ляме можно прыгать, в принципе. Так, ну. Вроде обещали починить, кстати, его. Вроде не должен откидывать. Да, вроде починили там то, что он это, но не может, но зависнуть, как у нас было. Катрыся полетела. Так, не бьем? Маба. Боу. Молодец, Катрыся. Вот, появился этот босс, убейте, РДД фул в моба. Босс же появился, да, уже? Где он да, там? Да. Чё мы так далеко друг от друга, давай. Лужи отводи. Кирсори, когда босс будет падать метеором вниз, Мэтфок срезай Катрысю. Когда босс будет... А он наверху. Когда... Чё ты, Кирсори, когда... Чё? Босс будет падать метеором вниз, сейчас он исчезнет и будет падать. С него из-под пуза выйдут два моба. Тебе надо их забрать. Тебе надо их забрать. Одного я, второго ты. Да нормально. Лужу туда. Лужу и мобов двух, чтобы они не убили никого. Вот. Одного я стаунтил. РДД в мобов. Только он случайно босса забрал. Где-то далеко. Забери так вы их не отводите пока, вы их держите под боссом, чтобы вы их кливали. Накливать. Мы агрони наберем, если мы будем под боссом держать. Придринка убьет. Ну как это, как смотрите. РДД в мобов. Сейчас босс исчезнет, до 20% добиваем, когда появится. Мы с Холидринка уже тогда заберем. Все, хватит одного бить. Второго немножко еще подбейте, который на мне. Угу. Скоро исчезать будет. И смотрите там, постарайтесь поменьше водить. Если под милика нет. Взлетел. Всё, не взлетел. Убейте. Так, и когда мало хп, когда они сейчас вот босс появится, они будут его добивать. Вот босс появился, выбегайте. Все, сразу добивайте мобов. Одного стаунтил. Добивайте мобов. Отведите аккуратно, их. Аккуратно, не подходите к мобам. Лоу хпшного добейте на кирсоре. Вот теперь на мне лоу хпшного добейте. Блять, Мурлокос умер. И Рога тоже. Череп поставил, добейте. Равист Морлокоса резай. Новых мобов бьем, ничего не останавливается, все то же самое. Дамаг в мобов эффективнее, чем дамаг по боссу. Если бы их еще подводили, конечно. Не надо. РДД с этим справится. Вы босса бейте, ваша задача босс. Почему Рога мертвый? Потому что он побежал к углю. Улетел. На мне не бейте моба, на кирсоре подбейте, поменьше. Улетел. Моба не убить. Моба нельзя убить, когда нет, босс... Нет, заплатками, когда... я решил. Когда... Да. Когда босс не... Прожмись. Когда босс невидимый, нельзя убить моба. Вот теперь добиваем два моба. Забрал кирсоре, потому что отлетел. Вот теперь, пока мобы есть на вас, добивайте их. Ну, подбивайте. Далеко ведешь. Я не веду. Я не веду, он откидывает. А. Моб, там два моба, один откинул. Сейчас взорвется аккуратно. Вот, взрывается. Все, вытаунчивай одного моба, второго сейчас я подбегу затаунчу. Из-под босса. Че, два на тебе, что ли? Да. Дай одного. Все, пошли. РДД бьем, не останавливаемся. Вавилоне вы мультидотайте, а милики чисто играют по своим этим. Мы хотим. Вадикон. Бидон.
там эти шаманы сухие. Вадикон Равистерис. Иннер... Блять, много флуда, не слышу. Иннер в бидон. Вадикон. Так, Рависта резнул. Убежались. Так, давайте вот, вот сюда пройдем уже. Проводи дальше за мной. Со мной бегай. Когда будет мало хп, можем друг от друга стать подальше. Метров 15, чтобы один другого взрыв не задел. Все, добиваем мобов. Эти под боссом, хуй с ним, ладно, забрал еще одного нахуй. Добивайте, отойдите. В ДД отойдите, взрыв будет. Блять, сказал же, когда хп мало будет, подальше станем. Ты идешь, блять, заебал нахуй, Кирсория. А, это, блять, я думал, ты сказал поближе. Блять, иди ты, блять, все-таки вып... Я твою кровь выпью сейчас, блять. Ну, без проблем. Так, по сифе, не таунчи. Когда мало хп у них, чтобы мы друг от друга взрывы не лутали, чтобы не отлетали лишний раз, нам это не надо. На Кирсоре моба подбейте, у него пол хп, мы его не трогайте уже. Взлетел, сбежали. Моба на мне не убейте, 400 тысяч. Звездочку все. Все, так, стой, короче. Так, вот там, где ты стоишь, стой, вот так. Все, сейчас рейд подойдет, мимоходом убьет. Вот. Босс появился, милики играют своих. Так, с хулидринка одного забираю. Добивайте мобов. Юля, забирай. Второго подбежишь, из-под босса сейчас заберешь. Ну, так, так быстро откидывает, не успеваешь даже чарж в воздухе дать. Ну, так, Войда подхилит. Где Войд? Откидывает он. Все, идем. Если что, хилы очень хуёвые. Хуёвые? Мурлокоса даю, Иннер. А ты далеко, Мурлокос. Подойди под босса, чтобы я тебе дал Иннер. Второй раз приятностных работ. Ну, хильте поплотнее два танка, это самое важное, что здесь надо делать. Юлию Хольдринка нельзя уронить. Мурлокос, сука. Влетел, убежали. Нахуй ему не пил. Убежали. Этот самый друид-инвалид Мурлокоса будешь резать после того, как метеор упадет. Так стоим, как сейчас стоим. Так, вы отбегаете. Босс появился, добиваем мобу. Сколько хп у босса? 37 ульт. Крик дал на хп. Блять, угля за меня, с меня заберите, ёб твою. Угли бегают по рейду. Ну хуёво, должны быть на двух танках, которые под боссом. Потом мы только забираем. Веди дальше, веди, веди, веди. Проводим постоянное движение. Рвис почему умер? Его уголь съел. От босса, из-под босса, когда медер падает, надо отойти, а не стоять там, чтобы уголь тебя съел. Так там просто по рейду... Он выбежал его. Просто из босса и схуярил его. Я в ШВ стоял, его танчил просто, хотя его не бил. Смотрите внимательно, блядь, берса скоро. Кого там БР еще есть? У меня есть... У тебя и все, сбежали. На Кирсоре... Не убить, блядь. Не убейте на Кирсоре уголь. Когда босс исчезнувший, он ему хп не отнимет, нахуй. Все, босс появился, добейте. Так, с-под босса одного забрал. На мне еще одного добейте. Отойдите от меня, будет взрыв тут. Или... О, блять, рывок сделан. Заплаткой выходим. Иннер кому? Рывок можешь. Можешь делать рывок в моего. Бежали, бежали. Кирсори, можешь делать рывок в меня, в мой уголь. У тебя три рывка на варе. Для мобильности, для твоей. Так что используй всю эту хуйню. Сколько хп у босса? Вот сейчас два угля вот этих добиваем. Два других не бьем, уже по боссу доигрываем. Кто меня убил, нахуй? Добивайте угли. Подойдите, добейте два угля. Так, на мне и на Кирсоре еще остался живой. Сейчас вы пройду. Видите, там заплатка, вы видите? 7 лямов. Все, 4 ляма добивайте. Просто угля заберу. Фул по боссу все играют. РДД фул по боссу переключились. Про углей, про мелких забыли. Все, стоим просто. Баблы готовьте, вдруг берса будет, хуй знает. Да, нет. Что 200 тысяч нормально. Перья, какие перья? Понимаю. Нахуй нам перья. Пета на ролл. Ой, правая рука, то есть. Хорош. Там есть пет? Ой, пета да. На ролл.
Так. Топорик красивый. О, для ФДКшников охуенный топорик, кстати. Перчатки кожаные. Дайте топор посмотреть. Крит РП. У нас что, 77 стал 25, да, стоит? Да. Ну типа. Так, оффхенд, правая рука. Шпора Феникса. АРП, мастерство. Надо кому-то? Да, на ролл можешь кинуть. Так, вот Фокс. Смотрит так красиво. Мурлок. Там на трансмог все хотят. Это... Там муравейство выиграл. На трансмог. У котенка. Залман, что же на трансмог, да? Да, его все на трансмог, тут и 77-е. Че, ну, на, кинешь на ролл, короче. Так, одноручка. Проклятие пустоты. Тоже РП и мастерство. Даже рольте кто хочет? Один, нахуй. Один, хорош, нахуй. Это 101, ебать, вы не шарите, парни. А это тоже на трансмог или это носить надо кому-то? Думаю, тоже, скорее всего, трансмог. Скорее всего, трансмог, но хоть знаю. Дай посмотреть топор. Я бы, ну, протика сделал. Топор вроде нормальный. Где, Рога? Ты имеешь в виду носить будешь? Или не трансмог, то есть, ну... Не, носить. Нет, я мистом кинул. Носить я будешь? Я жал, чтобы носить, а не трансможить. А, да. Ну хорошо. Ну, носи тогда. Мерзлую стену еще выбить, и вообще нормально будет. Типа, ты ПВП имеешь в виду вот этот топор? Да какой ПВП? Нет, блядь. А. Да я мистер кинул, он мне не нужен. Ну так это на трансмог. Он красивый так-то, фиолетовый такой на трансмог, если нихуя. Смотри, тебе не надо на трансмог? Ну, все. Давай, пофиг. Если никому не нужен. Ты просто по роллу выиграл, как бы. Ну, там... Да я же написал, я мисс кликнул. Там сам. А, мисс кликнул? Ну тогда отдай ее, тогда урги отдай. Там, давай, давай. Там есть еще, сами договоритесь там. Короче, я думал его взять, короче, чтобы носить, но тут там. Давай есть. Обратно. Давай обратно. Надо, оставь себе. Я про коготь, если что. Пиздец, лупой нет. Ну хули поделать. Все, что могу сказать. Так, еще введу пиздачерсов 2. А с них можно дебаф здиспелить? Пиздачёс, блядь. Выхарь. Сейчас подойдет этот патруль. Надо быстрее этих забить. Или уже был патруль, блядь. Я уже на парни сходишь. Пиздачёсов убиваем, блядь. Я не могу, блять, слава. Чё? Пиздец, плавленный сегодня, я ебал. Какой, блять? Сейчас приведу, говорю, двух пиздачёсов. Сука. Пьяница, блять. А чё, блять, вообще хилить будет у меня кто-нибудь? Я хуй знаю. Да там все рофлят сидят, блять. Рофлят? Типа, знаешь, типа... Забывал царев нас не ловить уже. Типа пошутил, и хилы такие ха-ха-ха-ха, и проебали на фулрейда, блядь. Да, ГП тебе, блядь, заебал. Дыхания не хватает, нахуй. Это, помните, там тип такой был, который на приставках что-то проходил, у него такое ебало, типа, вытянутое, нахуй. Прикинь, если бы он у нас в рейде был, блядь. Такой шутишь, а он похуй, ну, не отходит никуда, ебало так же не меняется, нихуя, как у Чака Норриса, прям. Сарказм, нахуй. Эмоции чекают. Мне отойти на час где-то надо. Да ну нахуй. Две сотки и пиздуй. Давай. НКП, две сотки. Вот, не уточнил. Все, можешь идти. Так, удар часового. Надо же спрятаться. Господи, урге! Вау! Что ты сделал? Amazing! Я успел спрятаться, да. Я выжил. Я ему рефлектом, блядь, 180к уебал. Электрический разряд, надо дойти. Стаунчу оружейника.
Так, какой-то сегодня РТ будет.